В селе Байкит распахнул свои двери новый центр социального обслуживания населения. Муниципалитет выделил помещение, а сделать ремонт помогла Восточно-Сибирская нефтегазовая компания. Больше всего открытия ждали одинокие пенсионеры и инвалиды. Социальные работники помогают своим подопечным во всем. Покупают продукты, лекарства, получают пенсии, помогают по дому и даже пишут письма родственникам. Но главное, общаются с бабушками и дедушками. Ведь именно общение – то, в чем больше всего нуждаются одинокие люди. Негде было собираться. Нашим пенсионерам и бабушкам, и инвалидам. Сейчас, наконец-то, вот у нас наш дом появился, построили, доделали. Здесь у нас очень хороший актовый зал есть, где мы будем проводить все мероприятия. И с детьми, и с нашими подопечными, так мы их называем. Благотворительная программа компании направлена как на поддержку традиционной деятельности коренных народов, которые здесь живут, так и стараемся не забывать о поселках. Потому что, к сожалению, бюджетных средств на ремонты социально значимых учреждений, таких вот как этот центр, не хватает. Поэтому благотворительная помощь компании, она, конечно, здесь очень востребована.